Мытищи – город талантливых людей. Каждый праздник, который проходит во дворцах и центрах культуры в нашем округе, сопровождается выступлением творческих коллективов с мощным звуковым и световым сопровождением. Дворец культуры Яуза часто радует жителей яркими событиями. Благодаря реализации и развитию проектов инициативного бюджетирования, ДК получил новые светодиодные экраны. Качество экранов очень высокое. Разрешение очень высокое, но самое главное, оно позволяет делать не просто представление, а именно готовить шоу для наших творческих коллективов. Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын встретился с командой Яузы, чтобы узнать, как с появлением нового оборудования изменилась жизнь ДК. Эти экраны, они очень существенно улучшили наш дворец культуры, большой зал. Существенные преимущества мы теперь имеем при проведении всех праздников, потому что на самом деле это украшение нашего большого зала, и там можно прекрасные ролики показывать, любые другие там направления, действия, как-то украсть концерты и так далее. То есть мы очень рады этому. О таком же оборудовании мечтают коллеги из ДК Подмосковья. Здесь также с размахом проходят различные концерты, праздники и мероприятия. Новые световые экраны позволят проводить их еще эффектнее. Наш Дом культуры, который в этом году отмечает свое 85-летие, честью и достоинством отработает то, что будет вложено, ту поддержку, которую нам окажут. Мы действительно подготовим, я надеюсь, уже наш юбилейный концерт на высочайшем уровне. В 2023 году в рамках программы инициативного бюджетирования в ЦК Подмосковья было приобретено звуковое оборудование. Теперь, если жители поддержат новый проект и соберут необходимое количество подписей, центр оснастят световыми экранами. Для того, чтобы запустить этот проект, нужна вот эта наша встреча. То есть нельзя просто взять и решить, что мы хотим купить сюда экраны. Это в том числе должно быть и ваше решение. Вот. И если оно сегодня будет поддержано, конечно, мы со следующей недели запустим процесс подготовки. Оставить свой голос можно до 12 февраля в Домах культуры и отдыха. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский.